16 сентября в стране выберут лучшую семью. Близится к завершению национальный конкурс «Мерили отбасы». Интернет-голосование сейчас в самом разгаре. Голосовать может любой желающий. Отдать голос свой за конкурсантов можно посредством СМС или на сайте kostyub.kz. Финал конкурса уже прошли 16 семей из разных регионов нашей страны. Как отметили члены национальной комиссии, с каждым годом интерес к конкурсу растет. «Мерили отбасы» проходит уже в четвертый раз. В этом году в нем приняли участие свыше 2800 семей. Это на 300 больше, чем в прошлом году. Среди них многодетные и молодые семьи, трудовые династии. Наиболее активные участники из южных регионов. Как отметили члены национальной комиссии, основная цель конкурса – повышение престижа института семьи, поскольку сегодня в Казахстане статистика разводов все еще высока. Сейчас распадается каждый третий брак, растет количество неполных семей. Более 400 тысяч одиноких женщин воспитывает почти 700 тысяч детей. Немало случаев, когда воспитанием детей занимается только отец. Так, на попечении 60 тысяч одиноких мужчин сегодня более 300 тысяч детей. Это большая проблема для общества. Конкурс «Мерили отбасы» призван сохранить семейные ценности и повысить престиж института семьи.